Всем привет! С вами проект Power Device, и этот ролик будет касаться всех Android-телефонов. И его можно отнести к рубрике «Полезные приложения». Большинство пользователей смартфонов используют YouTube для просмотра развлекательных видео, обучающих и так далее. И скорее всего, большинство из вас знает, что на зарубежном YouTube также очень много полезных и развлекательных роликов. Приведу простой пример. Зайду на YouTube. В поиске введу, например, National Geographic, открою какое-то видео. Здесь очень много познавательных и интересных видео, но все они на английском языке, без перевода. Да, например, можно использовать субтитры, зайти в настройки, нажать субтитры, включить автоперевод, выбрать русский. Появляются субтитры с переводом. Но согласитесь, что такие видео гораздо удобнее было бы смотреть с прямым переводом на ваш родной язык. Раньше для этого я использовал Яндекс.Браузер, там есть такая функция, но потом нашел еще более полезное и лучшее приложение, которым и хочу сейчас с вами поделиться. Сразу отмечу, что это никакая не реклама, просто хочу поделиться с вами полезным приложением, которым пользуюсь сам. Скачать вы его сможете по ссылке в описании в моем телеграм-канале. Давайте его установим. И также не забудьте подписаться на мой телеграм, я выкладываю там много полезного. Простота этого приложения удивляет. Давайте в него зайдем. Уведомления можно запретить. Далее здесь выбираем свой родной язык. Я выбираю русский. Нажимаю «Далее». Пролистываю до конца. Старт. Здесь нажимаем «Нет, спасибо». У приложения есть платные функции, но они нам не понадобятся. Просто шагаем назад. Еще раз, и попадаем в само приложение. Друзья, через это приложение можно просматривать любые видео с YouTube на любых языках, и они напрямую будут переводиться на ваш язык. Без разницы, видео можно смотреть как, например, на китайском, корейском, японском или английском и так далее. Смотрите, как это работает. Заходим во вкладку YouTube. Здесь можно зайти в свой аккаунт, чтобы у вас появились рекомендации, а можно и не заходить. Открываем поиск. Здесь вводим свой канал, либо название какого-то видео, либо блогера. Открываем любое видео на любом языке. Или под водой расположены там, где тектонические плиты встречаются фактически с огненным кольцом. Прослеживает границы между несколькими тектоническими плитами вокруг Тихого океана. Приложение, так сказать, в прямом эфире прописывает вот здесь субтитры, переводит их на ваш язык и тут же озвучивает. Вы можете смотреть это вот так. Данные субтитры можно отключить. Независимо от их формы и размера, все вулканы выделяют газ и расплавленную породу. Также важно, обратите внимание, что если мы зайдем вот здесь внизу во вкладку «Голос», мы можем менять громкость самого видео, то есть оригинального перевода, а также громкость речи. Это уже наш перевод на наш язык, что очень удобно. Если во время использования приложения вы захотите поменять язык перевода, заходим сюда. Нажимаем «Язык перевода», меняем, например, на японский, продолжаем просмотр. Также из настроек можно выделить одну функцию. Зайдите вот в эту вкладку «Видео», сверху три полоски, «Настройки», «Автоповорот экрана во время воспроизведения». Кому-то эта функция может понадобиться, а кому-то нет. Если это видео было вам полезно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь также на мой телеграм. Ну а я желаю вам только качественных девайсов, правильных настроек и увидимся в следующих роликах. Всем пока!